Приветствую всех на канале MiraHerb, меня зовут Ольга, и сегодня у нас с вами будет видео из рубрики «Полезно знать». Я бы хотела рассказать вам о том, какими принципами я руководствуюсь, выбирая на сайте товары для себя и для своей семьи. Так, довольно часто в моей корзине оказываются омега-3 жирные кислоты. Мы их принимаем постоянно, поэтому этот товар находится постоянно в моей корзине. Так, для выбора нужные нам категории мы можем ввести либо вот в этой поисковой строке омега-3, либо выбрать вот здесь вот в категории товары. Мы видим вот графа омега-3, нажимаем сюда. Перед нами представлена вся категория омега-3 жирных кислот, имеющихся на сайте. Чаще всего здесь омега-3 представлен от самого наиболее популярного товара по убыванию, да, к менее популярному. Вы можете поменять это ранжирование. Здесь можно нажать. Вот у меня стоят лучшие, потом самые популярные, те, которые товары получили больше всего оценок. Стоимость, по стоимости, то есть можете ранжировать их по цене. Самые тяжелые, самые легкие, новые. Ну, то есть пользоваться именно той градацией, которая вам наиболее удобна. Давайте посмотрим вот на этот первый представленный экземпляр. Действительно, это один из самых популярных товаров на сайте. Я всегда руководствуюсь, во-первых, конечно же, я смотрю состав. Сравниваю составы, но я думаю, что все мы обращаем внимание обязательно на отзывы. Мы видим, что на данный товар очень много отзывов. Это один из самых популярных товаров на сайте. То есть большое количество людей купило данный товар. Мы можем внизу здесь посмотреть, естественно, состав его. И здесь вот внизу представлены отзывы. Первые 5 отзывов. Это далеко не все, конечно же. И поэтому я практически всегда нажимаю посмотреть все отзывы. Вот, листаю сам вниз и смотрю. Для меня очень важна вот эта вот таблица. Я смотрю, обязательно обращаю внимание на процентное соотношение людей, поставивших товаров к товару 5 звезд, 4 звезды, ну и так далее по убыванию. Мы видим, что процент людей из 6 тысяч, практически 100 человек, 68%, а это 4153 человека, поставили товару 5 звезд. Это говорит, конечно же, о том, что товар неплохой, но всегда обязательно я смотрю и на остальные категории и начинаю читать отзывы не с тех людей, которые поставили товар 5 звезд. В принципе, здесь мне не так все понятно, здесь люди восторгаются данным товаром. Рассказываю, почему. Я практически всегда начинаю читать отзывы, начиная с отрицательных. Нашлось же вот в данном случае 106 человек, конечно, процент совсем большой, но те люди, которым этот товар не понравился. Здесь вы можете нажать прямо на вот эту, на этот график и начать читать с отрицательных отзывов. Это относится. Я так действую абсолютно со всеми товарами. Изучаю отрицательные отзывы. И надо сказать, что если вы будете читать все отзывы подряд, то есть то, как вам их выдал, в общем-то, сайт, то есть мы нажали посмотреть все отзывы, вам сайт сам предлагает, в каком порядке вы должны их смотреть, то здесь выдаются сначала положительные отзывы, которые расхваливают товар максимально, и они достаточно часто бывают необъективными. Если вы не хотите нажимать, допустим, на вот этот график, то я всегда советую перейти по отзывам. Тут их много, то можно смело переходить, наверное, страницу там на 10-ю, я думаю. Вот, видите, уже начинают попадаться отрицательные, и чем ближе к концу вы будете, тем больше отрицательных отзывов вы будете встречать. Это касается не только омега-3, это касается абсолютно всех товаров. И особенно мне нравится читать это в разделе косметики и средств по уходу за собой. Также хочу обратить ваше внимание, что отзывы есть не только на русском языке, есть они и на английском, да. То есть это, скорее всего, различные европейские страны, испанский, японский. Все мы пользуемся интернетом, у нас у всех есть Google-переводчик. Поэтому ничего сложного в том, чтобы, если вы не владеете каким-либо языком, прочитать отзывы на другом языке, допустим, на английском. Их я тоже достаточно часто изучаю, но, опять же, нельзя забывать. Кстати, здесь больше отрицательных отзывов, да, попадается в самом начале. То есть, если вы хотите получить наиболее объективную картину происходящего, то начинаем читать отзывы обязательно с конца. И если вы именно так поступаете, то могут открыться вам, ну, совершенно такие неизведанные стороны той или иной категории товаров. И очень часто бывает, что эти отрицательные отзывы, они
наиболее правдивы, чем расхваливающие положительные. Поэтому обязательно смотрите и обращайте на это свое внимание. Так, теперь посмотрим, обратим свое внимание на товары для красоты. Это, опять же, перешли в рубрику разделов о красоте. И вот также вот можно взять вот этот достаточно известный крем для рук. Смотрим, да, отзывы нажимаем. Можно также вот таким образом перейти к разделу отзывов и смотрим, да, что уже процента отрицательных отзывов побольше. Вот нужно почитать 3 звезды люди, которые поставили, и начинаем изучать именно с ней. Да, тут кому-то уже запах не нравится, кому-то эффект, кто-то не находит особо ничего особенного в этом товаре. Ну, то есть вы уже можете сделать вывод, действительно ли он вам так нужен, как казалось на первый взгляд, если читать, допустим, только вот эти вот восторженные отзывы. Это такой вот мой первый лайфхак, модное популярное слово, которым я обязательно пользуюсь, когда выбираю товары. Также хочу обратить ваше внимание, что у многих товаров на сайте внизу, в правом углу, есть вот такая кнопка «Сравнить». И вы действительно можете сравнить интересующую вас группу товаров. Допустим, вот мы будем сравнивать сейчас омега-3 от компании Mother Labs и омега-3 от компании Now Foods. Нажимаем «Сравнить». Кнопка тоже достаточно так хорошо облегчит вам выбор. Здесь в этой таблице вы увидите два товара, отзывы, цену, сами компании. Дальше срок действия, да, вы видите, у кого-то побольше срок годности. Стоимость одной капсулы, да, и тот, и другой продукт выпускается в капсулах. Здесь стоимость позиции, то есть рассчитано, сколько вам будет стоить одна капсула данного рыбьего жира. То есть мы видим, что от компании Now Foods одна капсула стоит дешевле. Это очень удобно, что рассчитано именно на одну позицию. Количество капсул в упаковке, вес отправления. Я искренне рекомендую вам пользоваться данной таблицей для того, чтобы иметь возможность сравнивать таблицы. Дело в том, что раньше я это делала вручную, чертила схемы на какой-то бумаге, экселевскими таблицами пользовалась. Это неудобно. Я надеюсь, что они доработают тоже эту позицию, потому что этот сервис, потому что иногда у них едет верстка, тут ведь сами тут перевод не совсем корректный. Неудобно. Я надеюсь, что все-таки это будет доработано и приведено к такому идеальному состоянию. Теперь, если вернуться, опять же, смотрите, можно сортировать по эконом-доставке. Вот если вы все определились с выбором, почитали отзывы, и почитали их именно так, как я вам рекомендовала, положили товары в корзину, теперь вам нужно как можно больше снизить стоимость доставки на эти товары. Вы знаете, что у многих товаров внизу есть такой вот значок «эконом-доставка». Это значит, что эти товары снижают вам стоимость доставки. И если вы хотите выбирать именно из этих позиций, то, опять же, здесь на сайте, если вы можете поставить галочку, и вам поисковая выдача выдаст именно те товары, которые имеют эту самую эконом-доставку. То есть те позиции, которые смогут позволить вам существенно удешевить ее. Также хочу сказать, что сайт iHerb имеет свои бренды. Это, опять же, бренд Mother Labs, это California Gold Nutrition. И мною замечено, и причем неоднократно я этим пользовалась, что данные товары очень сильно снижают стоимость доставки. Вплоть до полнейшего ее обнуления, при том, что общая сумма покупок далеко не составляет $60. Давайте проверим это с вами факты. Мы возьмем Mother Labs омега-3. И что мы еще можем взять? Давайте взять, опять же, вот это бренд самого сайта iHerb. Допустим, опять же, выбираем позицию эконом-доставки. И, допустим, кладем, что нам поможет, вот этот крем для лица. Так, положили. Теперь посмотрим, что нам будет с доставкой. Ну вот, в общем, что я требовалось доказать. Посмотрите, у нас в корзине лежат товары, общая стоимость которых составляет всего лишь 1000 рублей. 970, да, около. При этом сумма доставки равняется нулю. Это приятно. То есть доставка будет осуществлена бесплатно. И также, если у вас в корзине находятся товары других брендов, и у вас нет $60, то посмотрите, возможно, какие-то товары самого сайта iHerb вам нужны. Возможно, положив их в корзину, вы сделаете доставку абсолютно бесплатной. Также мною замечено, что некоторые товары, чаще всего это товары пробники, не мешают обнулить доставку. То есть, если у вас в корзине лежит какой-либо пробник, то что бы вы ни клали в корзину, доставка не будет снижаться, стоимость доставки снижена не будет. Поэтому, если вы
колдуете с картиной уже не один час, комбинируете товары, но стоимость доставки при этом меняется, и у вас в корзине лежит пробник, попробуйте его убрать оттуда. Возможно, что вы добьетесь желаемой цели. Что ж, я надеюсь, что данное видео было вам полезным, вы узнали для себя что-то новое. Я желаю вам приятных покупок на сайте iHerb. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, вступайте в мою группу ВКонтакте. Что ж, я надеюсь, что данное видео было вам полезным, вы узнали для себя что-то новое. Теперь покупки на сайте будут для вас еще более приятными. Вы будете покупать только хорошие товары, которые вам на 100% подходят и нравятся вам. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вас ждет еще много интересного. Всем пока, до новых встреч!